сожалению, ваша команда в этом матче проиграла в очень такой упорной борьбе. Расскажи, почему после первого тайма, выигрывая, вы расслабились и допускали много ошибок, что упустили эту победу? Честно, даже не могу найти ответ на этот вопрос. Мы ввели довольно-таки уверенно, если бы сохраняли преимущество, продолжили его развивать, чтобы сложилось абсолютно по-другому. Но не сложилось, пропустили. В самом начале тайма, потом еще, и уже пошло как по накатанной. Поэтому мы проиграли, других еще нет. А почему как капитан не смог собрать команду после первого тайма? Не знаю, после первого тайма были достаточно собраны, но начало что-то не задалось совсем. Все, на этом мы и поплыли. Ну, теперь после этого матча у вас такое непонятное положение в группе. Пойдете ли вот на следующий матч Shadows Cantera с поставцами, чтобы, собственно, посмотреть исход этого матча? Скорее всего, лично я буду смотреть онлайн-трансляцию тех, кто на самом матче присутствовать не смогу. Ну, надеюсь, там будет интрига до последнего, потому что в определенных раскладах мы все-таки сможем выйти из группы. Да, не с первого места, но все же, ну, будет нам урок. А там будет зависеть от исхода матча соперника. Спасибо большое.